Друзья, всем привет! С вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшней распаковки и первого взгляда ⁇ бюджетный телефон от компании Дуги X95 с приставочкой Pro. Однако, глядя на технические характеристики, немножко непонятно, откуда же взялась эта приставка и какой же тогда должна быть модель X95 без приставки Pro. Если и это профессиональная версия довольно скромна во всем. Здесь у нас довольно скромный процессор, четырехъядерный Helio A20. Здесь у нас 32 гига внутреннего хранилища, хотя оперативки довольно неплохое количество, 4 гигабайта. Здесь у нас аккумулятор 4300 миллиампер и скромный набор камер. Основная у нас на 13 мегапикселей и фронтальная на 5. В общем, будем смотреть и разбираться, в чем же здесь про и насколько этот телефончик соответствует этой приставке. Ну а прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину PlayRu за предоставление этого смартфона на обзор. Именно в интернет-магазине PlayRu по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, проходите по ссылочке в описании, ну а мы будем начинать. Ну что ж, друзья, бюджетный Дуги X95 Pro. Телефончик этот нельзя сказать, что прямо таки новинка, ему уже без малого год, но тем не менее он играет в бюджетном классе телефонов примерно за 8-9 тысяч рублей, которых на текущий момент времени, учитывая ситуацию, не так много и осталось. Поэтому этот телефончик нам тоже интересно посмотреть. Здесь у нас в коробочке имеется куча различной документации, гарантийный талон, user manual, вот такая вот большущая скрепка, ну и, конечно же, кабель для зарядки и синхронизации, здесь это, к сожалению, micro USB, старый разъем, ну и вот такое вот зарядное устройство, оно у нас на 2 ампера, 2000 миллиампер. Убираем это все в сторону и извлекаем телефончик. Телефон у нас облачен уже в чехол, но имеется поленка на экране. Давайте извлечем телефончик и посмотрим как он смотрится без чехла. Вот такая вот расцветочка у нас, бодренькая, синяя. Здесь тоже у нас наклеена какая-то пленка на экране. Давайте я попробую ее отклеить. Вот такой вот корпус, глянцевый, глубокий синий цвет. Вообще подложка намекает на некую шершавость. Вот так вот, если присмотреться, видно, что там как будто рифление. И было бы здорово, действительно, если бы корпус был именно таким шершавым а не глянцевым. Этот глянец очень быстро приходит в негодность и царапается и, конечно же, покрывается микроцарапинками. Модуль камеры у нас находится посредине, он круглый и чем-то напоминает телефончики Nokia последних лет. Модуль у нас основной на 13 мегапикселей, ну и два бесполезных на 2 мегапикселя, ну и плюс вспышка. С правой стороны кнопка включения и сим лоточек, который мы, естественно, сейчас с вами извлечем. Странное расположение для сим лотка, обычно он идет с левой стороны. Извлекаемый здесь, к сожалению, комбинированный сим-лоток. Либо две симки, либо симка и SD-шка. Ну а Клавиша регулировки громкости находится у нас с левой стороны. Сверху 3,5 мм под наушники, снизу две прорези, под одной из них динамик, под другой микрофон, ну и, конечно же, микро-USB. Ну и фронтальная поверхность. Камера у нас находится в капельке, это 5-мегапиксельный модуль, ну и сам экран IPS-матрица 6,52 дюйма HD+, разрешение. Аккумулятор здесь у нас на 4300 300 миллиамперы, сам телефон не очень тяжелый, 178 грамм и почти 9 мм в толщину, 8,9. Ну а по железу здесь все очень грустно. Helio A20, четырехъядерный процессор под капотом, 4 гига оперативки и 32 гига встроенный памяти. В общем, собственно говоря, и все, что можно сказать про этот телефон. Но в любом случае мы сейчас его включим, настроим, и я к вам вернусь. Ну что ж, друзья, я настроил телефончик. К сожалению, сканер отпечатка пальцев здесь у нас нету, поэтому блокировать экран вам придется, либо установив пин-код, либо разблокировать жестами. Здесь у нас довольно яркий экран по цветопередаче. Мне все нравится. Хотя, понятное дело, что это HD-матрица, но довольно неплохая. Запас по яркости имеется. если выкрутить на максимум, реально становится очень яркой для помещения чересчур. Ну а в помещении вы будете пользоваться примерно на 50-60% яркости. По настройкам. Здесь у нас имеется такая вот небольшая кастомизация и значочки от дуги хотя по большому счету какой-то дополнительной кастомизации здесь у нас нету можно поменять навигацию в системе выбрать навигацию с помощью жестов либо же с помощью трех клавиш экран можно настроить яркость давайте еще чуть поменьше сделаем имеется возможность включить темную тему давайте включим посмотрим и вот таким вот образом она смотрится ну на мой взгляд довольно неплохо также здесь имеется возможность настройки размера шрифтов, масштабов изображения и, собственно говоря, поменять обои. Больше с точки зрения кастомизации здесь ничего нету. Никаких тебе тем, ни настроек значков и иконок. В общем, все вполне себе стандартно. Ну и имеется возможность проработки жестов. Здесь у нас снимок экрана можно сделать э тремя свайпами, жесты вращений вот таким вот образом. Ну и, собственно говоря, умные жесты, разблокировка, умные переключения и отключение звука. То есть, ну, вот единственные кастомизации, которые возможны, они касаются жестов. Что касается системы. Здесь у нас 10-й Android под капотом, не 11-я версия, к сожалению. Ну и технические характеристики у вас перед глазами. А 20-й от Helio 4-ядерный под капотом, 4 гига оперативки, что приятно, не 2, не 3, 4 Хотя внутреннее хранилище скромное, 32 гига. 5-мегапиксельная селфи-камера, 13-мегапиксельная основная, ну и экран здесь HD разрешение, а аккумулятор на 4350 мА, что в принципе не так, чтобы и очень плохо. Ну и сам телефончик не очень тяжелый, 178 грамм весит и в толщину порядка 9 миллиметров. Не самый толстый. Надо сказать, что в интерфейсе каких-то напрягов я не замечаю. Довольно шустро работает телефончик, несмотря на то, что это четырехъядерный скромный процессор. Давайте послушаем теперь, как звучит этот телефончик. Выкрутим звук на максимум. Не самый громкий динамик, надо сказать. И я бы сказал, что он еще и не очень-то и качественный. Немножко глуховато как-то звучит. Понятное дело, что для рингтончика, и чтобы не пропустить звонок громкости, вам будет достаточно. Но, допустим, музыку слушать с этим динамиком я бы уже не стал. С точки зрения коммуникации, здесь у нас двухдиапазонный модуль Wi-Fi присутствует, Bluetooth 5 версии. Ну а вот NFC здесь, к сожалению, нам недоступен. Не положен он подобным дешевым устройствам. Что касается камеры. Здесь, в принципе, вы знаете, получилось не так, чтобы и очень плохо. 5-мегапиксельная фронтальная камера позволяет делать довольно неплохие кадры с точки зрения цвета передачи и баланса белого. Хотя, понятное дело, по детализации они не блещут. И если приближать, то уже видно, что все немножко расплывается, немножко смазано становится. Но вот если не сильно приближать и смотреть на удалении, то вполне себе отлично. Ну и основной модуль 13 мегапикселей позволяет делать довольно красочные и яркие фотографии. Даже когда не очень много света. Ну а когда, допустим, как сейчас, цветок стоит на окне, хорошо освещен, то в принципе кадр получается очень сочным, очень насыщенным и цвет передачи мне здесь действительно нравится. Очень хорошая детализация получается, при приближении можно разглядеть буквально мельчайшие подробности. Как допустим вот на этом цветке, очень-очень приятно он смотрится, хотя здесь э, действительно есть э, скажем так сложности, потому что передать вот этот градиент э, легко розово-фиолетовый, который переходит в белый цвет довольно таки тяжело но модулю, в принципе, это удалось. Так что нельзя сказать, что модуль здесь плохой, несмотря на супербюджетность этого устройства. Довольно все неплохо. Но потестируем в основном обзоре, и я вам уже поподробнее расскажу про этот бюджетный телефончик. Понравился он мне или нет? Ну а на сим буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться. С вами была из, Всем пока.